Всем привет! Ты на нашем канале встанет царя Олега, то есть меня. С этого видео начнется наше первое знакомство. Разреши представиться, я правитель Ниндзяленда, правитель молний и единоличный лорд забытых островов. Да, я настолько крут. Правда, я не привык хвастаться, но все равно. Мои заслуги велики. А, поверите, с кем вы этот там разговариваете? А это Танос. Мой лучший друг. И подчиненный. С кем вы разговариваете, я спросил. А, это мои зрители, не обращай на них внимания. Так что там случилось? Сбежали скелеты! Скелеты? Какие еще скелеты? Те, с которыми вы враждуете много тысяч лет. Те самые скелеты? Я не ослышался. Да, только не сердитесь. Что? Не сердиться? Я не сержусь, я просто в ярости! Ну зачем так драться, помирите? Ты не уследил за какими-то двумя несчастными скелетами, Танос? Я тебя понижу с генерала до майора! Помирите, я больше так не буду, обещаю. Идем к Изгайдине. Она, можно сказать, наш пророк. Она будущее видит. Она-то и скажет, где находятся эти скелеты. Идем! Хорошо. О, здравствуйте, господин. Я рада вас видеть. Здравствуйте, госпожа Изгайдина. Я тоже рад вас видеть. Вернее, мы рады вас видеть. О, здравствуй, Изгайдина. Я слышал, ты можешь видеть будущее. Здравствуйте, господин Олег. Да, я могу видеть будущее. Чем мог быть вам полезно? Скажи, где сейчас находятся те злые скелеты, которые сбежали из моей тюрьмы? Они находятся в земле цветущих мхов. В земле цветущих мхов, да? Да, в земле цветущих мхов. Понятно. Ну, я уверен, вы обязательно их найдете. Да. И ты пойдешь с нами. Хорошо, поверьте. Я готов идти с вами. Ведь хороший пророк нам необходим. У меня есть такое чувство, что мы здесь не одни. Не бойся, Изгайдина. Царь Орех тебе в обиду не даст. Да я тоже тебе в обиду не дам, детка. Ведь я... Танос. Осторожно, варгены! А мы вас поймали! Варгены? Не ожидал их здесь увидеть. Я тоже не ожидала. Варгены? Это очень опасная банда. С ними нужно быть очень осторожными. Но я знаю одно заклинание, которое их обезвредит. Аега Джусу! Вот и все, варгенов нету! Моя магия их уничтожила! Поверите, я кое-кого вижу, это скелеты! Не бойтесь, госпожа Изгайдина, я вас защищу. Приветики! Сюда пришли мы, то есть скелетики. Изгайдина, разберись с ними! Да, повелитель, я сейчас. Эй, вы, не трогайте повелителя! Я не ослышал тебя, волшебница, что ты там шепнула? Не трогать вот этого вот зазнайку! Эй, я не зазнайка! Знаете, что нас вы так просто не победите. А ну вставайте, парни! Эх вы, собаки! У меня всегда есть подкрепление.
Мы большие победители. О, Джей, Серпентус, схватите их! У Атрисовски это сдаются. Мы так просто не сдадимся. Ха-ха-ха. А кто сказал, что просто? Я вас посажу обратно в темницу с Киретой. Увести их. А что будет дальше, мой дорогой друг? Смотри далее на нашем канале. Легенды из Гайдины, официальный канал.